Як добру ж потрапил у Голливуд и нават стал одним из американских штатов. Невероятно, але факт. Дивную историю рассказали нашим корреспондентам сами жыхары Добруша. Покуль у ее питания больше, чем отказу. Ирина Дробышевская растлумачит ситуацию. Яны открыли Америку и не в другой раз, и не там, а тут, у Добруши. А какие были у меня эмоции? Думала, вот это открытие я сделала. Гэта, вядома, неверагодна, але факт, сцвярджае мясцовая семейная пара и показывае здабытыя доказы. Вот это то место, которое именно попало в голливудский фильм, вот это башня Добрушской бумажной фабрики, по которой мы и узнали, что город Добруш попал в сюжет данного фильма, довольно интересного и знаменитого в этом году. На справе, вядома ж, Добруш до злучаных штатов никто не долучал. Однак, с легкой руки голливудских кинематографистов, белорусское мястэчка спрытно уписалася в голливудскую стужку и нават стала часткой американских штатов. И как успехи? Ну, я здесь. Гаворка идзе про фильм «Мизантроп» на белорусский экран, и он вышел у красавіку этого года. У нас тут орудует снайпер олимпийского класса. Каждый выстрел нашел свою цель. Надея и ее муж Станислав – аматоры триллеров и детективов. На семейном прогляде киностужки яны и зауважили дивное подобенство американских локаций с белорусскими. Он увидел, что что-то есть схожее с городом Добруш. И говорит, что это Добруш. Но я человек, который любит факты, и я не поверила. Если муж мой и не сомневался, то я стала искать какую-либо информацию в это подтверждение. По профессии Надея – экономист. Яе муж Станислав так само профессийно далекий от детективных историй. Працуе рядовальником МНС. Але абодва патриотичные и допытливые, и вельми любят разгадывать детективные истории. Оттого и задумали это цікавое расследование. На одном из сайтов нашла видео, снятое про город Добруш и Добрушского района, точь-точь, который использовался в фильме «Мизантроп». Когда нашла, эмоции просто зашкаливали. Я сразу же позвонила родителям, поделилась такой находкой. При просмотре фильма, вот именно вот в этом фрагменте, муж остановил на паузу. И здесь мы заметили знакомые места. Смотрите. Добрушская бумажная фабрика, мини-ГЭС, мост, который вот ведет с центра города, соединяет его именно с фабрикой. Здесь кафе «Остров», есть маленький пешеходный мостик. Собственно говоря, город Добруш, который буквально, можно сказать, видео достаточно свежее. Заметили еще Добрушскую мини-ГЭС, которая была тоже недавно построена, новое здание, оно сейчас у нас буквально за спиной находится, кафе «Остров», ну и достопримечательности города Добруша, мимо которых каждый день, можно сказать, проезжаю, вижу, давай спорить, говорю, это Добруш и все. Ну да, она потом со мной согласилась. Народные детективы нават вырашили створить цікавы пост у Инстаграм про свое расследование. Расповели про славутости Добруша и про то, как мясцовая паперовая фабрика упрыгожила собой голливудский фильм. Чтобы как можно больше людей узнали о том, что их город Добруш, место, где они родились и выросли, было снят в фильме «Мизантроп». Поцікавіліся і меркаванням мясцовых прахожых на гэты конт. Нормально, прикольно. Будзем смотрець. Чесна сказаць, мне ўсё равно. А неабыякавыя і патрыятычныя беларусы Надзея і Станіслаў тым часам працягваюць разгадваць дэтэктыўныя гісторыі. Засталося зразумець адно, чаму менавіта Добруш трапіў у галівудскае кіно. Ірына Драбышэўская, Васіль Асіпцоў, Тэлерадыёкампанія «Гомель».